Продолжая рассказ о большой семье Поповых, Лидия Григорьева и на этот раз обратилась к дневникам Натальи Сазоновой, правнучки Исидора Петровича Попова. Благодаря ее записям известно, как сложились судьбы детей и внуков основателя купеческой династии. Ольга Максимилиановна – одна из дочерей Максимилиана Исидоровича Попова и Глафиры Васильевны в девичестве Аносовой, дочери богатейшего тамбовского купца. У Глафиры Васильевны родилось 9 детей, но 3 из них умерли в младенчестве. Одна из дочерей Катя умерла в 16 лет, ну, остальные дочери, 4 дочери и сын, вот, были живы-здоровы. 4 дочери, они все учились в Институте благородных девиц в городе Тамбове. Одной из них как раз была Ольга Максимилиановна. В фондах Маршанского музея есть уникальный альбом исторических открыток города Тамбова. В издании поздравительная открытка, адресованная Ольге Максимилиановне. Маршанск, ее высокоблагородию, Ольге Максимилиановне Поповой, Большая улица. Поздравляем дорогую именинницу с Днем Ангела и шлем наши лучшие пожелания. Семейство Николаевых, примет Максимилиану Исидоровичу. Дата отправки на штемпели 10 июля 1903 года. В дневниках Натальи Сазоновой внимание каждому члену большой семьи. Не обошла она стороной и свою бабушку, Глафиру Васильевну. Глафира Васильевна была очень интересная женщина. Она была прекрасная хозяйка, но сама по себе человек была со странностями, сложным, видимо, характером. Так она, например, обожала сына Алексея, очень любила дочку Надю, любила дочку Людмилу и очень почему-то не любила мать Натальи Алексеевны, Елизавету. Всем своим дочерям она определила приданное в 5000 и обделила приданным дочку Лизу. Вот Ольга Максимилиановна, видимо, она не вышла замуж, и она осталась жить в большом доме Поповых. Так в 11 комнатах остались жить сын Алексей, дочь Ольга и сама Глафира Васильевна. Надежда, любимая дочка Глафиры Васильевны, вышла замуж за военного Александра Васильевича Покровского. Также за военного, будущего генерала, вышла замуж и Людмила. Ее супругом стал Владимир Моисеевич Афанасьев. Один из богатейших наследников рода Поповых – Алексей Максимилианович. По нынешним меркам он относился бы к золотой молодежи. Он владел, пожалуй, одним из самых первых автомобилей в городе. Как вспоминает Наталья Алексеевна, он был очень добрый и благородный человек. Так он своим сестрам, например, позволял жить в имении, доставшемся ему по наследству, имении Красный дом, которое находилось недалеко от сел Алкужи и Мутасиева. Для двух своих сестер там он вообще построил отдельные дома. Он также часто катал на автомобиле и маленьких своих племянников и племянниц. Об этом с восторгом вспоминает Наталья Алексеевна. Она также пишет, что Алексей ездил на автомобиле даже в Москву и возил своих двоюродных сестер в богатейшие московские рестораны, например, в ресторан «Яр». Он очень любил пить коньяк и пил его постоянно. Но Наталья Алексеевна вспоминает, что пьяный она его никогда не видела. Но еще было одно пагубное пристрастие у Алексея. Он пристрастился к морфию. И уже после революции, когда в 1919 году имения были, ну, вообще было все национализировано, и его как помещика и богача он был отправлен в Москву в тюрьму, и там его в числе других арестантов гоняли на рытье окоп для Красной Армии. Морфий он, конечно же, не употреблял, и ему стало, казалось бы, лучше, но пожалела его родная сестра Ольга. Она ему каким-то образом доставила, привезла в тюрьму морфий, и, видимо, что он слишком много вот его принял и умер, может быть, и преднамеренно, вот теперь кто это знает. Алексей умер совсем молодым, ему было всего 34 года.
Лиза, мать Натальи Алексеевны, вышла замуж за Маршанского лесничего Алексея Сазонова. Как вспоминает Наталья, ее отец был потрясающим человеком, он очень был добрый, он очень любил своих детей. Но вот первая дочка у них умерла, и было еще двое детей, это Наталья и младший ее братик Дима. И некоторое время, вот они жили в Маршанске, Наталья закончила первый класс Маршанской гимназии. Но впоследствии они уехали в лесничество, и в лесничестве прожили несколько лет. Занималась она там самообразованием. Так она пристрастилась писать дневники в воспоминаниях о смерти отца, который погиб от рук банды Антонова, и тяжелом периоде, когда остались с мамой вдвоем. С мамой они проживают в доме также принадлежащем Алексею Сидоровичу, бывшем его доме. Сейчас этот дом уже не сохранился, но он располагался около вала, ну вот на углу улицы Сак-Иванцети, и был тогда в то время крайним. В 37 году дом изъяли, вообще был это деревянный такой интересный, уютный особнячок, который долгое время принадлежал семье Поповых, и еще и Сидором Петровичем там был заведен роскошный яблоневый сад, огромный, который Наталья Алексеевна считала лучшим яблоневым садом, очень ухоженным вообще садом во всем городе. А еще в дневниках Натальи Алексеевны о взаимоотношениях между членами семьи и о богатстве семьи Поповых. Ведь до сих пор бытует мнение, что некоторые клады маршанских купцов лежат еще в земле. После смерти Максимилиана Исидора, затем Глафиры Васильевны, дети, которым кому-то досталось наследство, вот Елизавете Максимилиановне наследство не досталось, но тем не менее, видимо, что семья жила дружно и друг друга поддерживала. И дети решили все домашнее столовое серебро разделить поровну. И они вытаскивали на огромных столах, серебра было очень много, там были и сервизы, и кружки, и вазочки, и молочники, и все такое прочее. И тянули билетики, кому что достанется. Ну вот маме досталось, Наталье Алексеевне, около 10 килограммов этого серебра. И она пишет о том, что много они носили с этим мешком своего серебра и перепрятывали его, закапывали в саду у своих ближайших родственников, и при этом сама маленькая Наташа стояла, что называется, смотрела, нет ли никто за углом, нет ли каких посторонних глаз. Но все это серебро они прожили. И также она говорит о своих родственниках, что потом дружила с ними, но этого серебра уже она не видела. Что, видимо, вот редко сохраняются клады. Они, конечно, сохранились вот с тех времен, но большинство вот таких кладов, которые зарывались, они потом впоследствии все-таки проживались. Впоследствии Наталья Сазонова уехала в Москву, закончила университет, стала известным ученым, вышла замуж. Супруг Натальи Алексеевны, он являлся одним из патриархов советских писателей. Он был знаком с Максимом Горьким. Он был знаком и вообще протекцию, вообще в путевку в жизнь писателя ему составил Куприн. То есть он знал таких выдающихся классиков русской литературы. Ну и сам был хорошим писателем, очень много книг он посвятил детям. Семейная жизнь не сложилась, с супругом она развелась, но от брака остался любимый сын. Большую часть своей жизни Наталья Алексеевна посвятила внукам и правнуку. Последние весточки от Натальи Сазоновой в Маршанский историко-художественный музей поступили в 1999 году. На то время ей было уже 90 лет.